Приветствую на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Жизнь после. Блин, его можно смотреть как сериал даже. Так, продолжить. Что удивительно, в прошлом видео мы нашли жену свою, которую считали трижды умершей нахрен. Но она как-то холодно отнеслась к нам. И, не знаю, видимо, мозг ей кто-то перепрограммировал, полковник. Либо она действительно думает, что может победить зомби. Бороться-то надо не с зомби, а с последствиями. Так. Ладно, не будем здесь ждать и обитать. Так. Тут, по идее, можно походить, посмотреть. Может, рецепты какие-то есть. Он на вышке где-нибудь, допустим. Вот на вышке можно забраться? Вот в каждую дыру надо заглянуть. В каждый... Вот палатки есть, сейчас по палаткам по этим пройдусь. Три палатки, это недолго. Заперто. Ладно. Ну-ка, подожди. А сюда ты не залазишь, да? Блин, а в готике ты бы уже у меня пролез бы нахрен. Так, не откроешь. Офицерская какая-то хрень там, офицерка. Я уверен, что там... Нет. И кусты потом вон. Пока шпионишь, можно будет забраться туда. Ладно. Ни хрена, ладно. Черт! Не идет. Может, в какое-то определенное время тут можно их открыть. Ладно. С этим чуть попозже разберемся. Давайте осмотрим еще немного лагерь. И все закрыты. Открыты только вот. Трофеи принимают, столовые. Бля. Ну, вон там палатка, кстати, где байки. Открыто. Надо глянуть. Так, а что у нас здесь? Дик, привет, капрал. Слушай, хочу сказать. Ремонт, ничего покупить, продать невозможно. Я тебя раньше знал. Ну, не лично, но я из Фервала, как и ты. Мы так с друзьями всегда смотрели на вас, то есть на бешеных псов. Как вы в коже рассекали на байках. Вы казались такими отвязными. А-а-а. Приятно слышать. Вот, значит, как. Только запомнил, да, меня. Правда? У меня была куча времени. Мне пришлось бросить учебу. Девушка залетела. Стал искать работу. Слушай, если когда-нибудь, типа, соберешь банду, псов или другую, я с тобой, ладно? Я готов. Ну, конечно. Особо на это не рассчитывай. Ну, конечно. Да это я так, к слову. Ну, мы с тобой поняли. Ну ладно, тем не менее, познавательный разговор был. Увидимся. Блин, я так хотел посмотреть по нашивкам, что они. Извини, я просто гуляю. Ага. Ни хрена нету. Заперто. Блин. Воровство прокачать. Все, тогда идем к байку. Где у меня байк? А, байк на стоянке будет. Едем, едем, едем. Бля.
Ну-ка. Вот это на вершину, да, еду. Это все еще нет? База считается. Давай. Слушаем. Что ты нам расскажешь? Капрал Сент-Джон, верно? Да, сэр. Входи. А я вот тут пью чай травяной. Спасибо лейтенанту Уитекер. Воинское приветствие. Нужно, не нужно? Улучшает пищеварение. Нет, сэр, спасибо, я просто искал график дежурств. У меня для тебя работа. Эти люди, хотя разве это люди, забрали нашего человека, лейтенанта Джустину Норвуд, офицера. Она у них, так что... Да, я спасу ее, сэр. Что? Такие люди, как ты, помогут нам спасти мир. Ты свободен. Лезть. Лезть. Ну ладно, что ж. Правда, это если лезть, снова будет не бог весть. Ты за этакую правду лет на 10 можешь сесть. Ого, Библия полковника. Потрепанная. Читать читает, а знать не знает. Ох уж эти ее травяные чаи. А ты, Мэтт, иди к черту. Так. Вот сюда выдвинусь. Подожди, это что? Хороший солдат. Сначала давай, когда сюда опять доеду. Капрал Сент-Джон, жду тебя срочно в Diamond Lake. Есть, капитан. Ну, я как раз рядышком буду. Тихо, спокойно катим под горку. Это интересно, знаете, как пехом добирался сюда на своих двоих. Дождик начался, блин, слякать. Это такая, блин, Call of Duty в такую погоду воевали. Молодцы. Не спите. Тейлор, пашет твоя рация. Что такое? Дикон Сент-Джон, это самое я. Я так просто решил проведать, как ты там. Я же тебя не видел в самой присяге. Вот это был цирк, скажи. Тейлор, знаешь, я занят. Что? Что за хрень они тебе там поручили? Меня, меня тут типа в пехоте. Ну-ка, подожди. Бегли, ходим целыми днями, жжем гнезда, рубим деревья, бревна таскаем. Извини, чем ты говоришь занят? Ну, вот это ружье мощное. Меня посылают водище за сырьем для... Да, короче. О, черт, я блин, это ни хрена так вооружено. Это оружие биологическое, химическое, чтобы всех фриков спалить, так? Да. Так, все, мне пора. Ладно, ладно, слушай, тут такое дело... Какое? Я просто не уверен, что правильно
сделал, вступив в эту армию. Понимаешь? Не жили. А, Тейлор, что у тебя за рация? Тебя точно не прослушивают? О, черт! Дебил, я так и думал. Ладно, все, конец связи. Господи, Тейлор, вот куда тебя несет? Здесь. Блять. Это радио «Свободный Орегон». Правда освобождает. Федералы присосались к нам. Так, а как мне проехать-то? Ну, хрен с ним, поедем вот так прямо. Налогоплательщикам, как телята к имени. Но при всей их тупости, недооценивать их нельзя. Знаете, главные шишки прячутся сейчас по бункерам и ждут, когда выйдут в реки. Они не спасали бедных и голодных или своих драгоценных избирателей. Не выполняли свои прямые обязанности. Они спасали элиту, тех, кто правит бал. Они отсиживаются под землей, пьют шампанское и ждут. А мы тут гибнем в муках, чтобы федералы могли начать все заново после перезагрузки. Но они не учли одного. Мы не так глупы, как им кажется. И когда фрики исчезнут, а власти придут вернуть себе мир, мы будем их ждать. О, да, мы будем ждать. Где и они пожалеют, дело, что вылезли из своих нор. С вами Марк Копланд. Это радио «Свободный Орегон». Не верьте лжи. О, господи, да что ж такое? Даже здесь не скрыться от этого «Свободного Орегона», чтоб его. Ну, а что ты хотел? Борис, кто-то попал в западню, надо помочь. Ага, пригодится. Вижу его! Ну, лезь уже! Кого-то попали! Вот так. Твою мать! Все? Всех удовлетворил здесь. А вы за нами наблюдали все это время. А где-то тут он должен быть. Вот в травке лежит. Тихо, тихо, тихо. Все хорошо. В одиночку тебе не выжить. Я знаю один лагерь. Лагерь? Да вон он. Где? Покажи, я пойду. Так. Направить выжившего, так. Там так. Стоп. Ну давай. Вьет, я же без разницы куда. Так, иди к Крейтер Лейк. На Уизард-Айленде есть лагерь ополчения. Найди полковника Гаррета. Я думал, мне конец. Все, иди. Представляешь? Охренеть. Спасибо тебе. Оборванец. Большое тебе спасибо. О. Да, скажи, это был Дикон Сент-Джон. Они меня знают. Смотри, чтобы тебя не заметили. Пригодится. Ладно. О, подожди, стой. Трава, трава максимум, ладно. Где у меня мотоцикл? Смотрим, что у нас по карте. Открыть ее нахрен побольше или как? Ну, в принципе, можно гнать. Блин, все равно ни хрена не открыто. Так, я куда смотрю?
Там дорога. Так-то можно заплутать. Давай. Едь вперед. Опа. Смотрим. Так, можно. Давайте направо сначала. Посмотрим, что есть. Опа, олени. Ни хрена. Ой. Что у нас здесь? Берем. Все это по максимуму. Вот он, что я искал. Канистра. Давай. Можно было бы ее к себе привязать еще нахрен. Порядок. Давайте осмотримся. Вот еще один дом. Ух ты, порох. Вот еще одна канистра. Неплохо. Ну давай тогда проедемся, посмотрим. Трофей. По окрестностям тогда поехали. Что нас здесь ждет и ожидает? Лагерь, куда мы потом поедем. Тут у нас ничего нет. Мы сможем здесь долго путешествовать. Горный хребет. Гнездо. Фух. Должно быть где-то здесь. Где оно? Мать. Да мы уже поняли, блин, надо было сразу слазить. Нет, 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 снайпер. Тут еще одно гнездо. Сейчас мы его. Это вороны, я, блин, до них еще так подумал, думал, да не может быть. Оказалось, оно-то как раз-то и может.
Да, реально. Так. Минутку. Как-то мы по ним хрен попадем. Думаешь, получится, а? Ёб твою мать. Вон почему у них так. Опа. Опа. Одним мечом. На, вот, все. Давайте гнездо теперь сжигать ваше. Я как понимаю, вот это. На. Так. Хорошо, я теперь понял, вы теперь кричите, да, перед атакой? И тут вот еще одно. Давай посмотрим, что у нас с байком. 15%. Ничего. Поедем. Вот так. Так. Опа. А как тут проехать-то надо было? Микрорегистратор. Спасибо. Заметка номер 2043. Мы сделали запланированную остановку в секторе 211, чтобы приступить к четвертой фазе испытания. Мы обнаружили, что гнездовье полностью уничтожено. Его сожгли представители местного населения. Дешутское ополчение. Да, дешутское ополчение, мать его. Ты представляешь, сколько усилий пошло прахом? Если честно, лейтенант, я вообще не понимаю, что мы тут делаем. Ну, разумеется. Что мы делали, капрал? Так это изучали стаю мутантов Corvus Corax Principalis. Вороны. Зараженные вороны. Местные зовут их крикунами. Нет, не вороны, вороны. Между ними большая разница. Это два совершенно разных вида. Ну-ну. Ты понимаешь, какая это редкость, чтобы занозная нейроинвазивная инфекция перекинулась с млекопитающих на птиц? Большая? Да, большая.
жизни за этих ополченцев мы несколько месяцев потратили впустую. Пойдем. Еще одно... А, мне куда бы? Гнездовье было к северу от Кламатской топи. Туда мы и направимся. Ясно. Заводи, мы уходим. Так. Понятно, здесь не перелезть даже мне, да? Это бегуны. А, это та, которая кричит, кстати. Башни. Или банши, по идее, так-то банши их называли, птицы, которые... Так. Ладно, туда мы пока не едем. Надо возвратиться туда обратно, заправиться, осмотреться. Вот там. Ну-ка. Ну никого так-то. Потом здесь появится поди кто-нибудь. Давай. Броневичок. Стой. Керосин, тряпки мы берем. Там коктейли молотов еще столько вязать и вязать там нахрен. Давай в горку. Для начала возьмем мясо. Оленина. О, мясо. Такое чувство, что где-то байк заведенный. Это огонь.
Олени трещат в костре. Так, что у нас? Ясненько, понятненько. Так. Ладно. Поедем к базе. Надо потихонечку начинать уже. На. Все. Давайте посмотрим. Что вы тут делаете? Бандиты. Стой. Это мы все возьмем. Давай на халяву заправлюсь. Но все равно там на пару долларов потом уйдет. Порядок. Тряпка. Тряпка мне нужна. Ну так-то по идее нужна была. Новые растения, что ли? Так что тут до хрена что можно собирать? Так. Это для бомб, как я понимаю. Еще потом гнезда позажигать. Хоть я и нашел записку, где эти гнезда находятся. По карте это все равно еще пока не ориентируюсь. Открывай. Это капрал Сен-Джон. Вот именно капрал уже. Так, какой трофей на? Вот куда мне надо. Раньше я Лукас Монро. Давай. Да, я, в общем, я только прибыл. Дикон Сен-Джон. Ну ты осмотрись тут. Ну, так, у меня тут всякие запчасти для байков. Если кредиты есть.
Ага, ладно. Во. Ага. Сейчас выбрано. Да, это есть. Неплохая штуковина. Ага, отличный выбор, правда. Вот так. Ну ладно. Так, мне где-то тут надо. Капрал Сент-Джон. Пока. До встречи. До встречи, сержант. Где у меня тут миссия-то? Кстати, что? Женистый капрал. Недавно здесь. Я Эва Бергстрём. Друзья называют Берги. Дикон Сент-Джон. Да, я. Нет места, нет места. Что ж, Дикон Сент-Джон, займись своим делом, и мы отлично поладим. Идет? Да, мэм. Как? Репас. Ничего интересного? Да нет, ничего такого. Капрал Сент-Джон, мы с тобой еще... Ну-ка, поговорить. Увидимся. Давай, где поговорить надо? Вот здесь? Подожди, я сейчас. Блин, в лагерь ты вернулся, Где ты, падла? Вот он, ты нашел я тебя. Где ты стоишь? Говори. Ну, говори. Капрал, прием. У меня есть дело, требующее уникальных способностей. Давай. Конечно, да, сэр. Помнишь Васкиса? Того, что в самоволк ушел, мы проследили за ним до лагеря лесорубов, помню. Этот человек, сержант Ли Андерсон, был его напарником. Его почти задержали, но он убил охранника и сбежал. Неплохие понятия о чести у ваших людей. У наших? У ваших. Сам из наших, между прочим. Я отметил на карте место, где его в последний раз видели. Кстати, как и Васкис, он был не один. Класс. Хорошо. Так, все, что надо, я... Блин, амуниция здесь на меня, кстати, не распространяется. Как дела? Сержант... Итак, первоначально давайте вот сюда. Куда и планировали. Иду к воротам. Подожди, у меня... А что вы думаете, я здесь не могу, что ли? Так легче, блин. Я всего лишь хотел посмотреть, что здесь. А тут у меня все есть. А тут? Ну так-то сожжено весь. Все сожжено. Ну ладно. Вызываю лейтенанта Уивера. Я у шахты. Хорошо. Теперь осмотрись. В рапорте говорилось, там есть наборы для тестирования руды. Возьми один.
набор для тестирования. Понял. Киноварь красноватая, но не яркая. У нее тусклый блеск. Мимо не пройдешь. Проведи тест. Нужно, чтобы содержание в руде было не меньше 60%. Хорошо, понял. Набор для тестирования руды. И где мне тут искать этот набор? Ну, может, в одной из этих лачуг? Да ничего нет. О, господи, вот это замес. Ну, может, найдется у них тут что стоящее. Как, вот нашлось. Канистра. Мне нужен набор для тестирования, не топливо. Нет, мне нужно топливо. Я буду решать, что нам нужно. То, что надо. Вот видишь. Ты со мной еще не соглашался, падла. Давай. Готово. Набор для тестирования. Вон туда надо будет в шахту лезть сейчас. Увидите, машину толкать. Заставляйте меня все это оббегать, да? Или что-то сжечь надо? Блин, мне кажется, сжигать надо. А, вот, не, поджигать, вот, пролезть. Фу, блин. Ну вот, набор для тестирования руды. Ура. И тут еще бензин. Давай. Ну-ка, где там табличка? Блин, блинский, да, долговато здесь. Вот она. Интересно. Золотые копии? Золото. Как бы кто ни говорил, ну-ка наковырять там еще можно до хера больше. Блин, куда ты залез? А, мне все равно сюда надо было. Так. Мне еще далековато, блин.
до последней. Уверен? Посмотрим, что там с насосом. Ну давай. Блин, он дорогой в ремонте-то. Вот. Ага, киноварь. Это хорошо, хорошо. Дайте угадаю. Нет топлива. Ну, разумеется. Так. Лом. Лом это вообще хорошо. Ладно. Давай. Сейчас посмотрим немножко здесь. Шахтный насос. Видимо, у них еще тогда случались отопления. Надо только его, ну, включить. Вот так. Давай-ка. Блин. Оп. Скайп, кто-нибудь, спелеолог нахрен нашелся мне. Давай, руда, посмотрим, насколько ты чистая. Ни хрена не чистая, да? Мне нужна еще руда. Вот так. Сейчас. Захреначим. Беды пока ничего не предвещает. А, то, что надо. О, еще немного. Да, нормально. Вода сходит. Надо собрать руду и свалить отсюда побыстрее. Так, а вы-то откуда вышли? Это сила. Никакие сиськи не мнем нахрен. Валим все и всех. Так. Ладно. Блин, и там тупик, и там тупик. Ну вот, киноварь. Ползать везде придется один хрен. Вот, годится. О, еще один-два куска и все. Собирай. Все, что можно, пока собирай. Тут еще. Да собери ты нахрен. Наш кряб, ты в эту баночку. Так, хорошо. Ладно, проведем тест. Нужен еще один. Я сделаю.
Ага. Надо осмотреться. Может, еще найду. Да было где-то тут-то только что. Ага, киновай. Вот. Хорошо, хорошо. Что мне со спины показывать? Я хочу еще в окружении смотреть, что вокруг насколько происходит. Чистая. Да, пойдет. Понятно. Выходим. Я уж понял, что там лебедку крутить надо. Шахта лифта дает. Куда она ведет? Есть только один способ узнать. Начинай крутить. Ну куда? Наверх ведет. Я так, кстати, не так глубоко, ты и под землю-то ушел. Там? Еще один тоннель. Походу, им уже давно не пользовались. Ха, сюда я еще не забирался. А я пока еще никуда не забирался здесь. Моя мать. Лабиринт. Прекрасно. Здорово. Давай-ка. Еще один регистратор. Боже, может, да. Ну и великан. Реактор, да. Еще какой. Заметка номер 2072. Мы в секторе 69. Где мы? Шахта Lost Cabin. Спасибо. В шахте Lost Cabin. Это чтобы собраться. Мы усыпили представителя Homo sapiens mutans corporosus 10 000 миллиграммов кетамина, основываясь на заметке номер 2071. 6 000 миллиграммов едва хватило, чтобы нейтрализовать Homo sapiens mutans albino. Мы проследили за ним от его основного лейтенант ареала, Уивер, говорит построить Сен-Джон. На северном берегу Крейтер Лейк. Видимо, раньше дома регистрации. Я почти готов. На данный момент у нас нет рабочей теории касательно его миграционных. У меня кончился изопропиловый спирт. Или как он вымахал до таких размеров? Есть у вас теории? Да, вообще говоря, есть. Ты когда-нибудь уйдешься? Анализы крови показали, что у Homo sapiens mutans corporosus чрезвычайно завышен уровень анаболических стероидов. Стоп. То есть, до того, как заразиться, они были качками? В общем, да. Я не говорю, что они все качались и принимали синтетические андрогены. У некоторых, наверное, от природы был повышенный уровень, но результат тот же. Да? Какой? Они могут разорвать тебя на куски. Так, грузи эти образцы в ящик и погнали отсюда. Так, понятно теперь, откуда эти качки-то взялись. Так, ну топлива там не хватит. Сувениры на память. Давай, съездим сюда сначала. Фрики на стероидах. Шикарно. Что это тут? Господи! Охренеть, а я тут куролесю, блин. Ну-ка, давай-ка туда поднимемся.
Там кто? Нету никого. Никаких бандитов. Ну, хотя я даже не знаю по поводу бандитов, они все равно же должны быть. Мир так устроен, что без них никак. Так. Док Прейри. Давай посмотрим, что здесь. Совсем ни хрена. Это, наверное, та орда здесь тусуется, которая ушла. Итак, что мы знаем? Орды у нас блуждающие. Это еще что за звук? Маячок Нейра. Микрорегистратор, здрасте. Да, инъектор Неро. Рабочий хоть? Сейчас 18:00. Время ужинать. Теперь они вернутся только утром. Они великолепны, правда? Ну, вот что это такое? Не. Заметка номер 1833. Мы находимся в секторе 217. В пещере Док Прейри. Забираем коллекторы образцов по пути ко входу и от него. Идем по этому следу, да? Все намного сложнее. Ранние симптомы указывают на то, что теория доктора Андерсона относительно феромонов верна. У Homo sapiens mutans turbo или орды, как говорят местные, сформировались экзокринные железы. Они вырабатывают слабовязкий секрет, переносящий неизвестные феромоны. Док, я смотрю, вас это прям радует. Ты не понимаешь. Муравьи, термиты, пчелы. Все знают, где их гнездо. Какая тропа ведет к пище. Да. Да. Как так получается? Думаешь, у насекомых есть дорожные указатели? Конечно нет. Это все феромоны, Капрал. Те же химические процессы, которые не дают им растерзать друг друга. Так они срут везде и идут на запах? Кому я объясняю? Ладно. Ну, типа того. Рации, да. Согласен, Капрал. Они срут повсюду, так что надо идти на запах. Если вкратце, то да. Ну так, это очень даже хорошо и понятно объясняется теперь. Почему некоторые друг друга не терзают, и почему эти терзают, они, видимо, что-то восполняют себе, эти быки. Которые своих же хреначат. Поехали. Близкий. Что у меня там?
Вот это мне надо. Блин, тут так туго с запчастями, может мне начинать подбирать уже всю эту хрень коров. Чинить то, что говно. Где мотоцикл? Пепелище не открыто. О, хочу ружье проверить. Это вроде амбал. Давай. Мою мать, задел. Охренеть, его надо издалека долбить и чем-то большим. Ладно. По крайней мере, мы опробовали это. Черт. А местность, может, кто-то здесь лежит? Может, ты что-нибудь охранял хорошее? Так, надо осмотреться. Я думал, ты кто-то. Посмотрим. Кто-то за рюкзачок. Что тут у нас? Посмотрим поближе. А? Ладно, посмотрим. Кушал. Все, не уйдешь. А потом тебя кушали. Засранцы. Вот что я вам сделал? И второй этаж.
Блин, не любите вы людей что-то. Ну, неплохо, да, так проехался, тогда открыл. Давай, не бойся. Так, куда мне? Ну, пока прямо. Капитан Коури, я там, где в последний раз видели сержанта Андерсона. Если на нем наша повязка, принеси ее мне. Не хочу, чтобы ее носил вонючий предатель. Да ради бога. Понял, конец связи. Так. Что по медицине-то у меня все есть? Вот что я искал. Блин, в этой игре вот с металлом вообще плохо. Так же, как с указателями. Поехали, что там? 100 метров еще. Тварь такая. Ладно, Андерсон, давай сразу к делу. Где-то здесь. Да где же он? Это здесь. Так. Ладно. Где? О, черт, волки. В том доме, наверное. Стой. Это мы возьмем. Бензин, это пригодится. Бензин, господи. Мне рассматривать тут. Пока еще ничего не нашел. Вот он, мотоцикл. Что тут у нас? Господи, это они что-то Андерсона тащат.
И как мне теперь забрать свой трофей? Так это он растерзанный был. Или не он? Понимаю. Сейчас попробуем гнездо это сжечь нахер. Видел тень. Тихо. В дом въехал. Вон он. Показан даже где. Сейчас, минутку. Чую по запаху, гнездо где-то рядом. Вот оно. Да твою мать-то! Я чую гнездо. Оно где-то здесь. Еще одно гнездо. Сожжем и его. Гори! Вот так. Идем, берем бутылку нахрен. Как говорится, ничего не пригодится. Вон.
Гнезда сжег. Люгу мы собираем, что ли, или чего, я так понять не могу от них. Давай, заправляй. Что надо? Готово. Кстати. Сейчас не знаю, что делать-то здесь. Где мне искать это тело? Сувениры на память. Так. Волки-то откуда пришли? Вот он. Мимо. Волк зомби? Мне надо попасть в пещеру, но как? Подожди, он где-то отсюда вышел откуда-то, или что? Твою мать. Ну вот же. Скотина. Пещера Дед Койоти. И вовсе не намады. Давно тут не сели, а? Нападаете на мирных людей, которые ходят за пипасами. Да. Да, волки-зомби. Маячок Неро. Так, и где он? Микрорегистратор. Заметка номер 9463. Да. Так, что, здоровье поправим? Мы находимся в секторе 301. В лавовой пещере Дед Койоти. По иронии судьбы, мы осматриваем здесь останки. Конечно, не хотите. Клыкачи. Подожди. Как их называют местные? Я вот все хочу спросить одного из вас. Из нас? Да, ну, из исследовательского отдела. А как вирус, ну... перекидывается. В смысле, с одного вида на другой? Да. Мы же видели кошек, собак, птиц, волков. Я не знала, что так бывает. Ты знаешь, что такое занозная нейроинвазивная вирусная инфекция? Не, без понятия. Возьмем бешенство. Как и этот вирус, бешенство передается через контакт с жидкостью. Слюной, кровью, семенем. Фу, гадость какая. И хотя в основном оно поражает млекопитающих, опыты показали, что также можно поразить птиц, рептилий и даже насекомых. Ты знаешь, сколько в мире млекопитающих? Много, наверное. Да, да тихо ты. Много. И в принципе, 388 видов нектармоцитов. И все похожи на собаки, кошки.
Твою мать. Аж в глазах темнеет. Охренеть. Охренеть. Что за бойница-то? Вот здесь протиснусь. Повязка ополченца еще при тебе. Блин. Так. Хватит с меня пещер. Но есть еще одна. Подожди. Не спеши. Раз уж мы здесь. Все не зловеще звучит, правда? Конечно. Ага. Не-не-не. Никто не должен уйти. Жалкие насильники и убийцы. Так, у меня есть идея. Если заправить вот этот громкоговоритель. Где-то. Где я тебя видел-то, мать твою? Бля. И включить. Им зомбики придут. Блин, вот это у нас будет проблематично, конечно, вот этот. А в остальном прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо. Пятнадцать. Господи, у меня что-то с маской еще горит, что ли? Их два таких. Вот, видите? Включить бы только. И пусть они отстреливаются сами. Еще один участок Неро. Может, в передвижном медпункте что-нибудь найдется? Так, подождите. Может, какой-то манок можно сделать? Да! Вставай, вставай! Что-то движется.
где что движется. Охренеть, они вон все в пляске там. Так, ну ладно, они мне не соперники. Тихо. Еще один внутри даже ходит. Я что-то видел. А я смогу его в рукопашку убить, в рукопашную убить? Кажется, там кто-то есть. Там люди. Хотите убивать намадов, да? А как вам такое? Охренеть, а как я туда не смогу пройти? Нет, не смогу. Орда проходила мимо. Что делать будем? Россияне? Эй, как дела? Эй, привет! Так. Хрена ли, я камень выбрал. А нет, смотрите, ко мне не пройти так. И что нового? Как вы будете всех завалю. Опа. И я убежал. Осталось всего одна сволочь. Все, отбрыкались. Ну что, нравится, когда на вас нападают из-под тишка, а? Ублюдки долбаные. Давай. Бункер. Да, наверняка у них был бункер. Найти бы только. Это орда пришла. Потом. Попозже.
Мне это зачем с вами? Связываться. Так. Блин. Сами начали стрелять и... Дебилы. Ладно. Мимо. Так. Близко. Да тихо ты. Вот так. Что у нас здесь есть? Смотрим. Этого добра нам хватает. Этого нам хватает. Живет кого-то, блин. Пока его товарищи гибнут. Моя. Срезаем. Да не слезаем, а срезаем, я сказал. Блин, это разные вещи.
Господи. Опа. Оборвана уже. О, зараза. Предохранитель сгорел. Ну, куда? Где мне теперь взять предохранитель? Давай, смотрим. Кого вы тут навоевали? На что вы тут надеялись? Этого-то даже из коробушки выдернули. Давай. Все из-за чего? Из-за того, что начали стрелять. Так. Заправим. Вот так. Порядок. Нет, блин, там еще кто-то двое. Ну там-то зомбики на походу дела. Ну кто еще-то? Люди же туда не полезут. Так, ты подобрал все? Где? Посмотрим поближе. Бункер, да, вот он. Да мне не бункер еще надо, мне предохранитель надо. Он не говорит, что он в бункере. Обойдем. О, карта. Они тут все подробно разметили. Так. Давай. Там я же видел, он где-то сказал, вот он. Это здесь.
Твою мать. Ладно. Вот это, наверное. Где этот гребаный предохранитель? Предохранитель, да. Блин. Вот так. Вот теперь дело пойдет. Ну вот, порядок. Что, нам еще концентрации надо? Ну-ка. Запчасти нахрен. Сколько? А, да. Три. Черт, сейчас они все сюда сбегутся. О, где булька? Ух, остался громила. А где он? Блин, я его слышу даже. Вот он. Так, ну-ка, подожди-ка, у меня нету требуемого материала нету. Я вам помогу. Не вижу. Вали его. Вот не в ловушку-то попал. Ладно. Ой, кто поет? Это херота поет же. Вон она застряла. Все. Ой.
Да. Меня радует, что ты немного тупой. Твою мать. Все. Итак, играло две сирены. Вот она вторая. Вот так. Ух, тяжкий тур, конечно, был. Так, что-то возместили. Сложно, сложно. Микрорегистратор. Прекратите, прекратите. Еще один инъектор. Хорошо. Вылилось. Как нам выбраться? Тихо. Как? Подожди, пока они уйдут. Проклятые ополченцы. Уже второй раз натыкаюсь на этих уродов. Ну, больше можно. Тебе придется ездить по зонам захоронений. Да. Черт! И знаешь что? Я по этому делу скучать не буду. Это все равно, что отбрасывать волны лопатой. Бессмысленная трата времени. Понятно. И что же теперь? К этим козлам я не пойду, это уж точно. У меня есть карта. Мы собирались рыть зоны захоронения. Ах, к черту, назовем вещи своими именами. Братские могилы отсюда и до Сироус Бич. Вот туда я и направлюсь. Сироус Бич. Красиво звучит. Побережье? Можно с вами? Почему бы и нет? Я Синклер. Мартина. Сколько надо. У тебя с собой сухих пайков? Так. Вот сюда поедем. Только вначале вот это место отметим. Да, побережье не такая уж плохая идея. Водоплавающих фриков я еще не видел. Надеюсь, тебе удалось добраться, Марти. Ой. Ой. О, черт, шатун. Капец мне. Может, обойду его как-нибудь? Нет, мясо мы с него не взяли. Ай. Вот так.
кто-то где-то едет. Так, ладно. Бегать это, конечно, тоже хорошо. И я когда-то тоже был молод и бегал. Так, а где я гнезда-то ваши сжигал? Мне бы помнить бы еще. Давай. Заходим. А вот это интересно. Конечно. Теперь надо как-то вернуться и сдать эту штуку. Подожди, не спеши. Мы с тобой вот сюда вот едем. Стой. Я заметил одну очень важную вещь. Вот так. А теперь поехали. Блин, мне бы еще пепел с этих... Ничего страшного. С этих гнезд бы. Вот, стой. С этих гнезд нету пепла, что ли? Ладно. Хрен на вас. Плохо едем. Так, у нас дорога там открыта, но нам это надо. Все правильно еду. Обойдем ненужных. Твою мать. Да упокойся ты. Давай. Вот так. Гнездо. Должно быть где-то здесь. Так. Охренеть, надо какую-то тактику придумать, чтобы одним этим коктейлем две сразу сжигать. Ого.
Шакалы. Интересно, что у них там в гнезде? На. На. Давай. Где ты? На потолке же где-то был. Все ясненько, понятненько с тобой. Еще один регистратор. Видимо, они мэру по дешевке достались, раз ребята так ими разбрасывают. Заметка номер 2069. По поручению руководителя я проверяю пару отчетов, поступивших от группы спутникового наблюдения. Здесь 8 раз видели армейские патрули. Что это такое? И в этом не было бы ничего примечательного, если бы не тот факт, что они не стали все сжигать. Но именно это и привлекло внимание моего руководителя. Собственно, он был прав. Объект 307, загородный... А вот теперь уже можно... ехать сдавать задание. Вот сюда ехать сдавать. А что ехать-то туда? А, да, по белому за этому. Ну что ж, я думаю, на сегодня мы неплохо проехались. Поэтому... Откройте ворота. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну, увидимся с вами уже только в следующем видео. Пока!